С наступлением тепла в интернете все чаще появляются ролики, как люди выходят на ослабевший лед. Один из них появился накануне на портале YouTube. Дети вышли на уже практически растаявший лед рядом с озером ТЭЦ, близ 202-го микрорайона столицы. Одна из девочек уходит на приличное расстояние от берега и, что неудивительно, благополучно проваливается в воду. Благо, она успела быстро выбраться и добраться до берега. В этот раз все обошлось. Вместе с тем сотрудники МЧС в очередной раз обращаются ко всем якутянам. Выход на лед в это время года крайне опасен. Весенний лед очень опасен. В любой момент можно провалиться. Поэтому, особенно для родителей, не отпускайте детей, не оставляйте без присмотра. Дети из шалости выходят на хрупкий весенний лед. А это очень опасно, можно в любой момент провалиться. Особенно на всех водоемах города Якутска.